Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарана Даям Гопи Джано Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванча калпатару ваше кипасинду бевача, патитананг павоне бхавашна бибхьо намо намах, мукан кароти бача ланг пангунг ланг хайтигрим, ят кипатам ханг банди парамананда мадхавам, бринда вай тулсиде вай пия вай кесавасача. Сна бхакти паде деви саттваттвай намо намах. Нараяна намаскритто нарунча ива нараттамам, девин сарасватин вясам тату жайо мудире, шанкиртане кришна кату пудеш, гаурия патрашья пракасанеча, шадануракта гуру бхакти жукто, бхакти прамадакша жагод варуна, Дхейям сада парибхавагнам авиштадухам, тетас падам сива виринчанутам сараньям, витаттвихам панатапал бхавадипутам, банде махапурусате чаранарвиндам, ятпадапаллаванакачандаманичхатая, бисфуриджита кимапи гапавадушвадарши, Пурнану рагараса сагара сара муртихи сарадхикамай кадакхивам каруси. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда. Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рам, 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 Харе, Аджануламбита Бхуджау Канака Бодхату. Санкиртаной капитару камала ятакшо, вишам бару дижа бару жугодхарма пало, банде жагат прия кару, каруна бхатару, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам. Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам, Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам, Муктинча Муктинча Дадаси Ниттам, Бхаванурупенна Саданаранам. Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхага Нараяно прияманго мада пахарам Барану сипурапати бхажави шанатам Ваги шаджушо бадане Лакшмир жасача вакшаши Ясьясте хидая самбид, твам нишинга махамхаджи. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Ясьясти бхактир бхагавати акинчана сарабхагуне истатро шамасати сура харува бхакташ шакуто махадгуна манурате насато дхавато вай
Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunaistatra shama satesura haro avaktasya kuto mahadguna manorathena sato dhavato vahi. Gaurya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told Gaurya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что нет ничего более благоприятного, чем Гуру Вайшнава Сева. Гуру Вайшнава Сева — это наивысший объект нашей жизни, поскольку с помощью Гуру Вайшнава Сева мы можем достичь успеха в нашей жизни. Гуру Вайшнава — это живой источник Харикатхи. Очень часто Шрила Прабхупада говорил, что мы должны прийти к подлинному источнику Харикатхи, тому живому источнику Харикатхи. Что это значит? Это значит ачаран, это тот, кто не только говорит, а еще и делает то, что он говорит, то есть живет в соответствии со своим учением. Гуру Вайшнава не живой источник Харикатхи в этом мире. Мы не можем понять, где Бхагаван. Мы не можем видеть Бхагавана этими глазами. Но мы можем видеть Гуру и Вайшнава, можем слышать их. Bhagavan not going to give me that facility, that kind of facility at present. Bhagavan он не приходит, чтобы говорить с нами, он не дает нам какие-то. Вот Бхагаван он проявляется через Гуру Вайшнава. Как в этом киртане говорится, что Кришна он принадлежит Гуру Вайшнаву, и поэтому мы молимся и служим им, чтобы обрести Кришну. Гуру и Вайшнава — это живой источник Харикатхи, а Харикатха значит Бхагаван. Гуру Вайшнава — это живой источник Харикатхи, а Харикатха, она не отлична от Хари. Харикатха не отлична от самого Хари. Мы не можем достичь успеха, если мы не осознаем этого. И в тот день, когда мы осознаем, что Харикатха и Хари не отличны друг от друга, в тот день, когда вы осознаете Вани Сварупа Гуру Падме, тогда вы станете успешными. Иначе много людей приходят, чтобы совершать дама парикраму. Так много людей приходят, чтобы обрести благое общение с саду-сангу. Так много людей приходят, чтобы слушать Харикатху, принимать Махапрасад в даме, принимать омовение в Ганге. Эта Ганга, она необычная. Если вы принимаете омовение в Ганге, в Харидваре и в Навадвипе, это большая разница. Поскольку это Ганга, этот поток Ганги, здесь Махапрабху он совершал лилы. В Навадвипе Ганга участвовала в этом, есть большая разница. А в Харидваре такого не было. 11 числа Махарадж будет говорить об этом. Ганга, она не меньше, чем Ганга Варанаси, а еще более значима здесь. И Бхактина Такур говорит, что много людей приходят совершать парикраму, принимать прасад, совершать саду-сангу, носят тилаки, принимают прибежище у каких-то гуру. Кто знает, кто у кого принимает, какое прибежище.
Но все же люди не всегда прогрессируют на пути своего баджана. Бхактивинода Тхакур говорит, какая причина может быть? Так много людей приходит к Гурупад Падме. Они приходили к моему Гуру Махараджу, задавали такие вопросы, почему они столько всего делают, но не получается у них прогрессировать на пути баджана. Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур говорит, что осознанно или неосознанно мы совершаем какие-то оскорбления, они препятствует нашему продвижению. Из-за оскорблений Махапрасада, Дамы, Харинама Прабху, так осознанно или неосознанно мы совершаем эти оскорбления в адрес лотосных стоп Гуру, Вайшнавов и Бхагавана, и поэтому мы не можем быстро продвигаться по пути бхакти. Конечно, как-то мы прогрессируем, но оскорбления тоже совершаются в процессе. И поэтому наши позитивные действия, которые помогают нам прогрессировать, они гасятся оскорблениями. Поэтому мы стоим на месте, в лучшем случае, как дети играют в какую-то игру, как шахматы или что-то подобное. This guti, marking. If you throw this, you know, ball, if you're going to six, then you have to make progress. Ну, суть игры в том, чтобы набрать как можно больше очков. А если выпадает какое-то неправильное число, то все аннулируется. То есть в этой игре можно достичь какого-то уровня, а потом из-за того, что не то выпало, скатиться назад в самое начало. Или можно привести пример с экзаменами. Вот в индийской системе нужно 100 баллов набрать за правильные ответы, за все правильные ответы 100 баллов начисляется. А за неправильные ответы эти баллы вычитаются. There is 50 question, each bearing 2 marks. If you are successful, you can get 100. And if you are going to make 50% correct, I mean there is 50 question, out of that you are going to tick mark. You are making 25 answer okay. But 25 answer wrong. So you are going to get 25 minus 25, zero. Follow what I say. То есть если наполовину вопросов в таком экземене отправить правильно, а на другие, на другую половину неправильно, то в итоге ноль получится. И экзамен такие люди провалят. You are making 25 question right, 25 question wrong. That means you are getting 50 marks minus 50 marks, zero. This is our condition. If we cannot give total unto the lotus feet of Guru Padma, и наше состояние тоже подобно такому человеку, который наполовину сдал экзамен и в итоге получил ноль из-за того, что на другую половину ответил неправильно. But be sure,
И вот до тех пор, пока мы не предадимся полностью на 100% Гуру Падпадме Садгуру, до тех пор мы не сможем достичь успеха, пока мы полностью не предадимся ему. Как в этой шлоке говорится. Манасо дехо гехо, жо кичу моро, орпину туа паде, нандо кишор. Это прекрасный киртан. Мы должны совершать киртан. Вот в этом киртане говорится, что все у нас есть. Все, что у меня есть, у Ананда Кишо, я предлагаю твоим лотосным стопам. Единственное сокровище, которое я хочу, это твои лотосные стопы. Я хочу понять величие и пользу от лотосных стоп Шри Гуру, но не могу понять этого, поэтому не могу прогрессировать на пути Баджана. Шрила Прабхупада говорит, что в соответствии с уровнем нашего самопредания, и вот в соответствии с уровнем нашего самопредания лотосным стопам Гуру Падпадмы мы обретаем какое-то благо. You can get benefit. Accordingly, you can get benefit. Otherwise, not. So nobody like to give everything to. Мы редко можем наблюдать, что кто-то полностью готов предаться Гуру Вайшнавам. Они часто люди оставляют за собой что-то. И вот Шрила Прабхупада говорит, что такие люди, которые не предаются полностью. Я не имею с ними никакой связи, и они со мной не имеют никакой связи. Шрила Прабхупада говорит, что те, кто... Ну, Махарадж приводит пример, что те, кто не предаются Гуру полностью, вот Шрила Прабхупада говорил, что такие люди, они... не понимают Гуру Таттвы. Есть некоторые люди думают, что с Гуру нужно сосветоваться только в духовном плане, а во всем остальном не нужно, но это не Гуру Таттва. Мой Гуру Падпадма. Кто-то думает, что его Гурдев не знает английского, или физики, или химии, или еще чего-то, но это не Гуру Даршан. Это глупый Даршан. Если я принимаем Гуру Падпадму, нужно понимать, что он самоосознавшийся себя душа, что Кришна, он внутри его сердца, тот, кто смог заключить Кришну в свое сердце. Если он знает Кришну, это значит, что нет никакого недостатка, никаких знаний в нем. Если мой Гуру Падпадма, он, сам Кришна находится в его сердце, значит, что он знает Кришну, как вот в этой шлоке говорится. Мой Гуру Падпадма, он сведущ о Кришне, о желаниях Кришны и всем, что хочет Кришна. И как кто-то говорит, что он... Кришна, он источник всего знания, как может быть, что Гуру Гурудев, в сердце которого пребывает Кришна, он что-то не знает, если Кришна, он источник всего во всех бесчисленных мирах.
Как можно говорить, что такое Гурудев что-то не знает? Прямо или косвенно, Гурудев, он знает все. Много раз я хотел обсудить это. Если вы будете игнорировать все это, то это, несомненно, станет причиной ваших неудач, вашего падения. И что же это? То, что если мы примем Гурупад Падму, Иногда случается, что если Гурудев не может ответить на ваши вопросы как следует, то люди разочаровываются. You cannot give, can you forget? That if Guru Padma cannot break my, я уже говорил об этом, что если Гуру Падма не может развеять наше невежество, если Гурудев не способен избавить вас от невежества в вашем сердце, то мы не сможем развить бхакти. В этом проблема. Tadvijnanartham saguru mevabhi gachet. Samit pani sautuyam brahmanishtham. Before taking shelter, перед тем, как принимать прибежище, Гурудева, нужно молиться Нитянанде, поскольку мы не можем понять, кто такой подлинный Гуру. Нужно просить молиться о руководстве от Нитянанды Прабху. Я молился ему, чтобы он вел меня, чтобы я не попал к обманщику. Нитянанда Баларама, они указали мне непосредственно на моего Гурудева. Во Вриндаване я все шел по рикам с какими-то преданными из Гауди Матха. И вот я зашел в какой-то книжный магазин посмотреть, что там. У меня привычка такая была. Взял какой-то журнал, увидел изображение Гурудева. И мое сердце сказало, что это мой Гурудев. Я не знал, жив он был до сих пор или нет, но четкое понимание пришло, что именно он мой Гурудев. И вы должны прийти к Гуру. Вот здесь говорится, что в этой шлоке говорится, что подобно тому, как для яги нужны дрова и прочие составляющие, термином самит называется, гуру мы не должны приходить с пустыми руками, нужно принести самит, то есть составляющие яги, дрова и прочие. Гурудев, проведя яги, он осветит наше сердце. Мы не должны приходить с пустыми руками Гурудева. Мы должны принести составляющие для яги, чтобы Гурудев, проведя яги, осветил наше сердце этим огнем яги. Это Махарадж сравнивает это с передачей огня от одного к другому. Если Гурудев, он буквально зажжет наше сердце огнем знания, то мы это знание можем передать кому-то. И поэтому нужно выяснить, находится ли это гуру, кандидат на вашего гуру в подлинной гуру парампаре. Наш ум должен быть беспристрастен, чтобы мы смогли узнать и принять абсолютную истину. И уровень значения Гурупад Падмы, знать его значимость.
зависит от одного фактора, находится ли он в наставнической преемственности, а если он несет какую-то отсебятину, то вся его сиддханта неправильно, он игнорирует предыдущую гуруагу, то это несомненно падшая душа. Это главный признак. What is your mood? If I touch this pulse, you can make fool of whole world. You cannot make fool of me. Кто-то может одурачить весь мир, но меня не могут они одурачить. Вот это главный признак подлинного гуру, то, что он находится в гуру парампаре, его учение такой же, как у всей парампары. Шраути значит то, что он находится на пути Шраутапанхи. Шраутиам значит тот, кто находится на пути Шраутапанхи или нет. Или он делает все, чтобы обрести славу, какие-то материальные ценности. Если кто-то ставит свои корыстные интересы на первое место, то такой человек не может говорить об абсолютной истине. Making some group, attacking Gosala, so much problem. We cannot allow you to enter Mayapur, okay? You see? This way, threatening me. Be careful to die. Be ready to die, okay? So much threatening. But still, I am not deviated from that absolute truth. Follow? Иногда на пути к абсолютной истине встречается множество проблем, но все равно мы не должны отклоняться от своего направления. Как вот есть такая английская пословица «do or die», то есть нужно делать или умереть. А не нужно идти ни на какие компромиссы с Майей. So what it concerns to me? I have no tension, nothing. If you take everything from me, even this bag, I can take coffin and go to Vrindavan and do bhajan live body. I have no headache. Because I have no interest to make a disciple, to go to foreign country, make money. I am not inviting you. You all coming at automatically. Я никого не приглашаю, все они приходят сами. Подобно пчелам, которые слетаются на цветы. И вот шрутиям, значит, тот, кто находится на пути гуру парампары, брахманишта, что это? Брахманишта значит тот, у кого есть огромная любовь к Брахме. Есть Шабда Брахма и Парабрахма. Парабрахма значит это непосредственное осознание моего служения. Наша любовь к Гуранге, Нити, Нади, Радагамиди, наше знание о нашем взаимоотношении с ними. Мы должны понять, как мы можем служить, чтобы объект нашего служения был удоволен. If I don't have knowledge, how I can give? So, sabde parichan isnatam means sabde parichan isnatam. Sabde parichan isnatam means shabda brahma. Both in shabda brahma and para brahma. If I have a less knowledge in shabda brahma, then I cannot solve your problem. You can put question in front of me. If I cannot solve your problem, you can express doubt.
Если Гурудев не может решить наши проблемы и развеять наши сомнения, то у людей сомнения возникают. Но далеко не все люди могут понять это. Некоторые приходят просто, чтобы вкусно поесть или приятное время провести. Они задумываются о целях жизни. А ко мне вы можете прийти только тогда, когда вы осознаете потребность в том, чтобы достичь Верховного Господа, иначе не тратите мое время зря. Вначале мы должны определиться, что мы хотим достичь в нашей жизни. Нужно подумать, расставить приоритеты, спросить себя, что нам нужно. Хотим ли мы достичь Верховного Господа или чего-то еще? Если вы определите, что вам нужен Бхагаван, то тогда приходите ко мне. We are losing everything. They are putting allegation against Prabhupada. We are losing it, we are not getting anything. Those who are coming to Bhaktivedanta Madhava Goswami, I heard. Те, кто пришли к Шили Бхактивидайта Мадхава Госвами Махараджа. Я слышал, некоторые люди говорят, что пришли в Гауди Матху, из-за этого вся их жизнь испортилась. И вот какой-то такой пожилой ученик Шрила Бхактивидайта Мадхава Госвами Махараджа, я слышал, что жаловался, что его жизнь вся испорчена. Слово испорчено, не мог произнести правильно, говорил койл вместо спойл. They are now charging me. My life is already spoiled when I come to in contact with you. I am very lucky, very happy. I can touch your lotus feet to beg for pardon. They are speaking. This way going on situation. Total destruction. Total destruction. Nobody can come in favor of them. They are going to add some fuel in fire. Некоторые люди не понимают, зачем они приходят на путь духовной жизни, и поэтому разочаровываются, не находя то, зачем они пришли. И, к сожалению, такое встречается иногда на пути баджана. И так или иначе, Шрила Прабхупада говорит, если вы что-то преследуете какие-то корыстные интересы, то тогда я не могу взять всю ответственность за вас. Иначе что же делать? И таким образом тысячи людей приходят на путь баджана, и не все достигают успеха. Некоторые падают в процессе. И очень важно здесь эта шлока. Есть Шабда Брахма и Парабрахма. Если мой Гуру Падма он не смог ответить на наши вопросы, тогда у нас возникнут какие-то сомнения в нашем сердце. Джива Госвами подпишет об этом, в этом проблема. И поэтому перед тем, как принимать прибежище, нужно подумать много раз, нужно молиться Нитянанда Баларама, поскольку Нитянанда Прабху, он ведет нас, чтобы мы смогли принять прибежище у Гурупад Падмы. Это его ответственность. Это не наша задача. Это не наша
Задача — это не задача Нитянанды, а с нашей стороны мы должны быть искренне, достаточно искренне, тогда Нитянанда он покажет нам путь. Все остальное оно зависит уже от Нитянанды. Я говорю это, эти предваряющие вещи, чтобы рассказать о великой личности, великом преданном Шри Бхакти Веку Бхарати Госвами Махараджи. Если бы он просто сидел бы в одном месте, не говоря о Харикатхе, если он просто сидел бы в одном месте, то вы, увидев его, почувствовали бы какую-то реакцию в вашем сердце. Это называется вайшнав. Если чистый вайшнав просто посмотрит на вас, то уже вы почувствуете какое-то чувство в вашем сердце. Это называется сатсанга. Очарован он, очень могуществен. И если вы посмотрите на вайшнава, Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, если вайшнав ничего не скажет, или нет времени у него, или он чувствует необходимости, но просто посмотрев на вайшнава, вы уже почувствуете, что вы очистились, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, какие-то глупые материальные люди приходили, клонились ему. Иногда люди, которые приходили к Шри Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, они говорили Харе Кришна, хотя до этого в своей жизни никогда имена Кришны не повторяли, ни их отцы, ни их деды, ни их прадеды никто не повторял. А увидев Шрилу Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, такие люди начинали повторять святые имена. Это признак Махабхагавата. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж был признан Махабхагаватой, даже Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати он одобрил. В Годе было опубликовано его письмо, что Шрила Прабхупад говорит, что он очень бесконечно счастлив деятельностью Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа. Куда бы он ни ходил, и под его влиянием сердца обусловлены души они меняются. Вайшнав, только настоящие вайшнавы могут проповедовать, поскольку вайшнавы не могут изменить ваше сердце своим ачараном, своим идеальным характером и поведением. Проповедь не значит какая-то пропаганда. Your previous, you know, parampara, your parampara. И вот наша You are not connected with original parampara. That's why you're misguided. Preaching doesn't mean canvassing. Проповедь — это не значит какая-то пропаганда. Проповедь — это значит распространение милости. Если вы сами не обрели милость, то что вы можете дать мне? Проповедь значит распространение милости. А что мы, какую проповедь можем совершать, если у нас нет милости, нет ачарана, просто повторяем Харе Кришна как обезьяна, что мы можем сделать, какого значения повторения наших святых имен? Осознали ли мы величие Махамантры? Не каждый может наговорить Харикатху, не у всех Таттвагьяна проявилось сердце, но могут запомнить что-то и повторять без осознания. И таким образом, проповедь значит,
распространение милости. Проповедь, она возможна была для таких великих личностей, как Шрила Бхактививека Бхарати Госвами Махарадж. Если он просто сидел в одном месте, ничего не говорил, все же мы могли почувствовать какую-то реакцию в нашем сердце. Ачаран, он очень важен. Ачаран, он очень важен, если такое саду если вы просто увидите какого-то подлинного саду, то просто его, увидев его, ваше сердце, оно уже очистится, вы почувствуете это. Рупа Санатана Джива Госвами, Рагунада Госвами, Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, Шрила Пури Госвами Махарадж, они никогда не ездили ни в какую Америку, но они лучшие из проповедников во всей истории Гауди Вайшнавского общества. Хотя внешне нельзя видеть, что они куда-то ездили в какие-то иностранные страны, но их проповедь, она дошла туда. Их слова, их книги, их статьи, они изменили весь мир. Шрила Прабхупад хотел. Сделать такие брихат мриданги. Брихат обычная мриданги слышен метров за 500, но брихат мриданга это значит харикатха книги, журналы. И звук этой брихат мриданги он достигает уголков всего мира. И вот это брихат мриданга это очень важное. И Шрила Прабхупад хотел организовать такую брихат мриданга сева. И это значит вани сева. И таким образом Бхактивек Бхарати Махарадж, он пришел к лотосным стопам Шрилы Прабхупады в возрасте 26 лет. До этого он слышал о Шриле Прабхупаде, слушал Харикатху. И отец умер уже к тому времени. Его отец, он вынужден был пойти на какую-то работу после того, как закончил свое образование. Его мать осталась вдовой, и какой-то брат еще был, вот он работал. И в те дни была такая система, что детей женили в раннем возрасте. Он тоже был уже женат, но все же в возрасте 26 лет он пришел и предался полностью лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Он начал проповедовать. Он был великим преданный. Он был такой великий преданный, что если буду говорить о нем, это займет долгое время. Вот он родился на территории Индии, которая отошла к Бангладешу потом. Если посмотреть, много преданных, они родились на той территории, которая потом отошла от Бангладеша. Таким образом, он пришел к лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Прабхупад посмотрел на него. И особенность Шрилы Прабхупады была в том, что все, кто приходили к нему, Шрила Прабхупад мог понять.
Шрила Прабхупад мог посмотреть на него и понять его мотив, его качество. И в соответствии с этим Шрила Прабхупад мог занять таких людей в правильном служении. И это было особое качество Шрила Прабхупада. И таким образом наш Бхакти Вивек Бхарати Госвами Махарадж очень скоро он получил саньясу. Шрила Прабхупад смотрел на него и после этого решил дать ему саньясу, поскольку его прекрасно говорил Харикатху и прочие качества были. Если он говорил где-то Харикатху, люди чувствовали влечение к нему. Однажды я сказал, что Шрила Прабхупад пришел, зашел в библиотеку, но с утра он сказал Шрила Бхакти Вивек Бхарати Госвами Махараджу, чтобы он пошел в какое-то место и говорил Харикатху там. И вот Шрила Прабхупад зашел в библиотеку, спросил библиотекаря, что Бхарати Махарадж уехал, или он уже на проповедь. Как я ему сказал с утра, да он ушел. С какими книгами? И вот этот Севак, работающий в библиотеке, сказал, что Шримад Бхагаватам он с собой взял. Шрила Прабхупад спросил, почему наша главная тема – это Шри Чайтанья Махапрабху и его милость. И поэтому, когда я говорю Харикатху, я говорю в большей степени милости Нитянады Гауранги. И вот Шрила Прабхупад, когда спросил библиотекаря, с какой книгой он уехал, тот сказал, что с Шримад Бхагаватам. А почему? Для того, чтобы дать нам пример, урок. Это со стороны Бхагаватама Махараджа было. Нельзя сказать, что это неправильно, поскольку Шримад Бхагаватам – это тоже очень достойная книга. Но наша главная тема проповеди – это прославление Шримада Махапрабху и его милости. И вот наша главная тема – это несравненная милость Гауранги Махапрабху. Шрила Прабхупад его отправлял в проповедь поблизости и в область Восточного Бенгала, то есть с территории Бангладеша, Миднапура, Орису немного, но большей частью в Восточный Бенгал. Of course, after Prabhupada, I can come to the point. He used to preach mostly in Bangladesh, I mean at present, East Bengal. His preaching was so effective. Его проповедь была очень эффективна, что тысячи людей, they wanted to take shelter of Gaudiya Math. Они хотели принять прибежище у Гауди Матха, несмотря на то, что Гауди Матх не шел ни на какие компромиссы с Сахаджиями. Но все же
Его проповедь была настолько эффективна, что сейчас вы... Сейчас у нас есть какие-то преимущества в проповеди, какие-то современные технологии используются, а в то время ничего не было. No facility. Only sit in asan. Hundreds of devotees, no microphone. Go on speaking. How you can see? Даже не было этих усилителей звука. Он перед сотнями людей говорил харикатху. Tirelessly. Без всякой усталости. Tirelessly speaking harikatha. And his affection. Only by looking at Bharati Maharaj. И просто посмотрел на Бхакти-век Бхарати Махараджа. Он был очень прекрасен. Он был высокого роста. Если бы вы просто взглянули на него, то были бы удивлены, кто пришел. Он был подобен Прахлад Махараджи. Его глаза были подобны лотосу. Latrines of fire, so sitting, blackish, black figure, Krishna varna. Цвет его тела был подобен Кришне. Глаза были красноватого цвета. Из-за влияния премы его глаза были такого красноватого цвета. Если вы посмотрели бы на Бхакти-век Бхарати Махараджа, то можно было подумать, что это сам Прахлад Махарадж пришел. Прахлад Махарадж тоже был такого темного цвета. Цвет его был шьямаварна. Нельзя сказать, что это черный и белый, такой средний какой-то. Подобно цвет, подобный цвету свежего газового облака, как у Кришны. И вот он говорил харикатху, и тысячи людей. Они поняли, что их жизнь не вечна. И нужно принять прибежище у Гауди Матха. Если я отправляюсь на проповедь, то какая наша главнейшая обязанность? И вот если я иду на какую-то проповедь, какая главная цель — это привлечь внимание людей к лотосным стопам Шилы Прабхупады. Это наша главнейшая цель, чтобы направить внимание людей на лотосные стопы Шилы Прабхупады Бхакти-сиддханта Сарасвати. Это главнейшая цель проповедника. Если человек проповедует про себя, то значит, что-то с ним не так. Наша единственная цель должна быть в том, чтобы направить внимание людей на лотосные стопы Шилы Прабхупады Бхакти-сиддханта Сарасвати. Шрила Бхарати Махарадж также говорил харикатху таким образом. Большинство сахаджи возмущались этим, протестовали всячески против. Но все же без всяких, без всякого, всякого беспокойства он говорил о славе Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад много раз говорил, что если я буду говорить о своей собственной философии, if I am going to take the risk to speak my own philosophy to you, then I am going to run a risk. То это очень рискованно. Все может, все что угодно может случиться. What is it? If I am going to run the risk, если я рискнул говорить о какой-то
своей философии, проповедует свою собственную философию, то все что угодно может случиться. А если я буду говорить о славе Шрилы Прабхупады, то любые нападки других насчет этого, они, я не беспокоюсь о них. Those who went against me, I touch. Almost all of them finish their life. И те люди, которые выступают против, против чистых преданных, то они, как правило, заканчивают свою жизнь очень плохо. I don't know why. I'm not worried about them. So Popa speaking. И Шрила Прабхупад говорит, что если я буду рисковать и говорить о какой-то своей философии, то это опасно, поскольку любые проблемы в любой момент могут прийти. Шрила Прабхупад говорил, что если я буду говорить о Гуру Парампаре, о Шриле Бхактивинода Такуре, о том, что я услышал от своей Гурваги, то в этом случае нет никакого риска. Когда Шрила Прабхупад хотел основать один Гаудимат, Бангладеше, в Даке, кто там, кто мог дать землю? Дака, там столица была. Так или иначе, Бхактивек Бхарати Махарадж познакомился с какими-то людьми, которые отвечали за землю. Какие-то люди там выступали против Махараджа, большинство. Some group sahajiya, they are going to invite one. Какие-то сахаджи там пригласили какого-то чтеца Бхагаватам из Шантипура. Some sahajiya going to invite some nice, you know, Bhagavad reader from Shantipur. Going to invite, paying big amount of money. Follow. Big amount of money. After that, what happened? He is going to speak Harikatha. Big Harikatha going on. Most of the people going to attend that Harikatha. He is a very renowned personality, important personality. And Bharati Maharaj is reciting Chaitanya Bhagavat with a very few people, a few, very few audience. Bharati Maharaj started speaking Harikatha, Chaitanya Bhagavat. И вот они пригласили, в общем, то есть чтеца Бхагаватам, организовали большое собрание. Бхарати Махарадж в то же время читал читание Чайтамриту. Но люди, они чувствовали, что-то там не так, и они пришли слушать Харикатху Бхарати Махараджа. Он привлекал людей, потом на магниту. И таким образом Шрила Бхактивек Бхарати Махарадж, он всегда достигал успеха. Там он познакомился с какой-то администрацией. И какой-то мусульманин был председателем местной корпорации какой-то. Он хотел помочь Бхарати Махараджу.
И вот у них в собственности было большое количество земли. Земля государственная была. Бхакти Махарадж просил дать ему часть этой земли, и те сказали, что подумают. So useless land, that piece of land is useless, we should, useless, lying, people coming and playing there, we should, that piece of land is useless for us, no need, better we can sell and collect some amount, writing to government. He is going to show the issue in the assembly. But in the assembly, those who are Hindu, some of them going to oppose, no, government land cannot give. It's government land, how we can give? But the chairman speaking, come on. We need some pond. And at all they are going to make a temple of Gauranga, the Muslim people. Muslim chairman is speaking. Why you are going to этот человек написал какое-то письмо правительству, что тут у них совершенно ненужная часть земли, нужно продать, избавиться от нее, то, что только мешает. Потом собрание собрали, что вот эту землю отдать Гауди Матху. Причем мусульмане были не против, а хинду возмущались, что что-то там будут строить. И в итоге эта земля была получена Гауди Матхом, Шрила Прабхупад был рад, поскольку Бхакти Махарадж смог исполнить его желание. Внешне можно наблюдать, что, например, Шрила Кеша Госвами Махарадж не находится вместе с читанием Матхам, но он исполняет желание Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Чайтаньи Матха. Просто находиться физически рядом, это не значит нахождение в Гауди Матхе. Какие-то люди могут физически жить в Гауди Матхе, критиковать всех на кого-то, что не находятся в Гауди Матхе, но с онтологической точки зрения это далеко не так. Как Шрила Кеша Госвами Махарадж, его сердце и душа, они всегда пребывают в читании Матхи. Хотя внешне он может заниматься каким-то служением вдалеке. А какие-то майвади могут жить внутри читания Матха, а их образ мыслей и желания совершенно расходятся с идеологией читания Матха. Хотя физически они там находятся. И таким образом Мадхва Гауди Матх и Шрила Прабхупад был очень счастлив, и вот таким образом Шрила Бхактивек Бхарати Махарадж, он хотел помочь Шриле Прабхупаде все время. Он всегда хотел исполнить желание Шрилы Прабхупады. Сколько случаев таких? Однажды он отправился в Северный Бенгал, Кучбихар, и вот царь Кучбихара умер, и его эта жена осталась, Махарадж отправился на проповедь, и когда он был приглашен внутрь дворца, эта царица думала, что какой-то нищий саньяси, может, ему деньги какие-то нужны. И она вынесла какое-то подаяние. Махарадж сказал, что не пришел за деньгами к ней, а пришел, чтобы спасти ее. Она была, эта царица была удивлена. Queen was very surprised.
And very politely speaking, oh, Maharaj, up to now nobody going to see my benefit. Все, кто приходил раньше, никто даже не думал о моем благе. Просто брали там деньги и уходили. Вы первые, кто такое говорит. I submit and may head unto your lotus feet. Looking at Maharaj, if you're looking at Maharaj, you can feel some reaction. So many incidents. Так, много случаев, у меня нет времени говорить обо всем. И после того, как ушел Шрила Прабхупад, братья Махарадж чувствовали боль, видя, что происходит. Better I cannot stay here. He gone to Orissa. И вот он отправился в Орису, в Пури. И под руководством Харидас Такура он хотел начать там свой баджан. И очень часто приходил получить даршан Джаганатха, совершал баджан. А царица Орисы, она увидела его, почувствовала что-то в своем сердце, она подошла к нему и предложила взять какую-то землю, чтобы тут построил храм. И вот он построил храм там рядом с Харидас Такуром. Там храм Сиддханти Госвами Махараджа. Его имя было Сидда Сваруп. By the preaching of Bharti Maharaj. Yes, благодаря проповеди Бхакти Вивек Бхарати Махараджа, он пришел в Гаудия Матху, вот этот Сидда Сварупа Прабху. Until then, Siddhanti Maharaj, his name was Siddha Swarup Prabhu. И его звали Сидда Сварупа Прабху, потом он получил имя Сиддханти Махарадж. Finally, he took sannyas from Ashram Maharaj. И вот он потом получил саньяс от Ашрам Махараджа, который получил саньяс от Шрилы Прабхупады. И после этого он начал совершать баджан. В своей жизни Сиддханти Махарадж, он говорил, что Бхарати Махарадж – это его шикшагура. Всю жизнь Сиддханти Махарадж говорил, что Бхарати Махарадж – его шикшагура. И вот даже после того, как он увидел, что случилось после ухода Шрилы Прабхупады, он вернулся домой, но Бхарати Махарадж отправился к нему домой и сказал, чтобы он оставил дом и жил вместе с ним. И вот он... Потом Бхакти Вивек Бхарати Махарадж принял решение совершать уединенный баджан, но Сиддханти Махарадж написал ему письмо, что если вы хотите спасти меня, иначе я совершу самоубийство, если вы не дадите мне свое общение, то будьте уверены, что я умру. И прочтя это письмо, Бхарати Махарадж сказал, что да, лучше я прекращу совершать свой уединенный баджан. И вот они, в основном Бхарати Махарадж, они основали Шри Сарасват Миссию и Шри Сарасват Асану. Это в Хазре, в Калькутте храм на Хазре. В Навадвипе также можно найти
по дороге к железнодорожной станции Навадвипа в районе Радха-базара, там небольшой храм Сиддханты Махараджа. И вот у меня установили божество, совершили баджан. Но здесь про Сиддханты Махараджа я кратко расскажу. И вот Бхарати Махарадж всегда помогал, думаю, Сидда Сварупрабху, Сиддханты Махараджу совершать служение. Они вместе все делали. Они опубликовали Упанишады, различные Упанишады, главные. Ишо кено прашно тоттарио тарио чандогго. Вот эти Упанишады они опубликовали с комментариями. А когда Шрила Прабхупад являл лилу болезни, или даже до этого Шрила Прабхупад написал комментарий на основе комментария Баладева Видибушина. И вот на Веданту Шрила Прабхупад написал простой, прекрасный комментарий, поскольку не каждый мог понять комментарий Баладева Видибушина. Они, несомненно, прекрасны. Это Гауди Бхашья, но все же Шрила Прабхупад хотел это упростить. То есть никто не брался это делать, но вот они первые, кто начали. И таким образом они смогли исполнить желание Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. Это долгая история. Я могу вспомнить случай. Бхакти Шаран Тривикам Махарадж. Я слышал, он был учеником Шрилы Прабхупады. Он жил с Шрилой Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджем и Шрилой Бхакти Прамодпури Госвами Махараджем. He used to love me very much. He told me. I was the sevak of Bharti Maharaj. И вот он мне рассказывал, вот этот преданный, что он был севаком Бхарти Махараджа. Шрила Прабхупад очень часто назначал севака для Бхарти Махараджа. Бхарти Махарадж очень был очень высокого роста, он написал комментарии к Бхагавад-гите и еще многим книгам. It is not possible to do everything like washing clothes, or cooking, because his heavy body, with so heavy body, he said cannot make up time. So Prabhupada always used to allow one seva, follower he said. It was the system. Prabhupada always used to allow one seva. Давал ему какого-то севака, чтобы тот помогал ему по всем таким делам. Но мало кто смог ужиться с ним, поскольку Бхарати Махарадж был очень пунктуален. Нужно было отвечать на все требования Бхарати Махараджа. Если Бхарати Махарадж звал, нужно было сразу прийти. I collect and compile very nice. Very nice.
Maharaj also used to love me. He used to bless me. I know you have nothing, you are penniless. I am in Dasasan. I cannot speak lie. И вот меня он тоже благословил, чтобы я был успешен во всем, что я делаю, чтобы во всем служении, которое собираюсь делать, я достигал успеха. И в этом его было, в этом было его благословение. Он дал мне просад, милость, это его, мне досталась от него его палка. Еще Бабаджи Махараджа от Трипка Махараджа досталось, зонтик достался. I am the last man to speak Harikatha. After that is Sevak speaking, Maharaj, leave one thing for you. Prasad. What is that? И вот я приехал на день его ухода. И я с Вриндавана приехал, только там была Харикатха, я Маш последний выступил. И Севак потом подошел ко мне и сказал, что Тривика Махараджа завещал зонтик для меня. А зонтик, значит. Шелта — это, как сказать, это то, что защищает нас от чего-то. И вот этот Тривика Махарадж служил Бхарати Махараджу в юности, поскольку Бхарати Махарадж был очень суров, мало кто мог служить ему. Contact me. So I become angry. Angry is naturally. It is your duty to contact me. So this is their sincerity. They are being Guru Shema. Tivikama speaking. Вот Тривика Махарадж говорит, что Бхарати Махарадж внешне он был суров, но внутри сердца тек поток его, поток премы. Tivikama speak me in my whole life. Тривика Махарадж говорил, что я служил много лет Бхарати Махараджу, но Бхарати Махарадж никогда не бил меня. И в этом был мой успех, что все сделал в соответствии с его желаниями. Бхарати Махарадж внешне очень суров был, но те, кто имели возможность соприкоснуться с ним, слушать Харикатху, то они знают, что он очень милостив, хотя внешне, может быть, как-то строг, но внутри он очень мягкий человек. И вот в Калькутте много раз я был там, покупал книги, то и все. Я посещал Сарасват миссию, Сарасват Асану там. Его проповедь, она уникальна. Он исполнял желание Шрилы Прабхупады. И после того, как Шрила Прабхупада ушел, он вместе с Сиддханти Махараджем проповедовал во многих местах. Сиддханти Махарадж всегда считал Бхарати Махараджа своим шикшагуру. So nice, he is speaking now. His voice was so heavy. His voice was so like thunderbolt, you know. His voice was so. He wrote one nice, you know, poetry. He wrote one nice poetry, long poetry, one book. Long poetry he wrote. Like однажды он написал какую-то поэму. Rabindranath Tagore, the Nobel laureate. Rabindranath Tagore, you heard the name? Nobel laureate. He wrote Gitanjali. Gitanjali. One book. I have the book.
У меня есть эта книга, и вот за эту книгу он какую-то награду получил. I cannot take this title because you are doing operation against Indian people. He live. He live night one. Night one title. He live. Какой-то ему англичане какой-то титул дали, он отказался от него, поскольку англичане они воевали с Индией. But who is going to give Nobel Prize to Bhartima? Originally, Rabindranath Tagore wrote in Bengali. After that, he translated. But who can give Nobel Prize to him? Nobody there. Even big king in South India, here, there, they are not giving. I know. But Pope are giving. Pope are writing one big letter. Шрила Прабхупада написал ему большое письмо благословения. Оно было опубликовано в Гаудии. Перед тем, как принять саньяс, его имя было Наян Абхирам Прабху. Наян Абхирам, значит, если мы посмотрим на него, то мы почувствуем какую-то прохладу в нашем сердце. И видя такую внешнюю красоту, то есть то, что дает радость нашим глазам, если мы посмотрим на Махараджа, наши глаза будут рады. Вот, и его имя, данное Шрила Прабхупаде, было Наян Абхирам. И в письме в том письме Шрила Прабхупада благословил его и вскоре дал ему саньясу. И что же написал Шрила Прабхупада? Он писал, что Бхакти Вияк Бхарати Махарадж, его то, что он, поэма, которую написал, она одобрена Бхагаваном. Он посланник мира Вайкунтхи. Шрила Прабхупада сказал так: все, кто будут читать его прекрасные стихи, прекрасную поэзию, они достигнут успеха. Шрила Прабхупада пообещал нам, он сказал, я изучил его, эту поэму, она великолепна. Однажды в жизни Шрила Бхакти Махараджа был какой-то трудный период, и он собирался говорить Харикатху в Чайтанья Матхе. Была серия лекций по Бхагаватам, и он узнал, что его мать и бывшая жена приходят, чтобы слушать Харикатху, и сложность была в этом. He can feel nervous because why sitting here to hear Harikatha? But Bharati Maharaj not feeling any nervous. No, Bharati Maharaj не беспокоился. Wife and mother sitting there, Bharati Maharaj speaking Harikatha. Now in renounce order, even cannot talk with him, cannot look at. Поскольку он был в отреченном охладе жизни, он уже не мог разговаривать с ними. И множество таких испытаний выпадало на его долю. Но он преодолевал их успешно, и мы очень горды. У меня нет времени обсудить ту шлоку, с которой начал. Когда-то я в будущем я расскажу о ней подробнее. Яшасти бхактир бхагавати акинчана сарва гунис сатру шамасати сура. This sloka is totally applicable. Эта шлока, она полностью применима к жизни Бхакти Вияк Бхарати Госвами Махараджа. Яшасти бхактир бхагавати акинчана сарва гунис сатру шамасати сура. Хару авактасья куто махадгуна
Манорathena Шато Дхавато Вай. Джасасти Бхактир Бхагавати Якинчана Сарвагуна Истатро Шамасати Свара Хару Абхактасья Куто Махадгуна Манорathena Шато Дхавато Вай. Банча Карпатурвасаке Пасиндабхавача Патитанан Бхаванам Бхавишна Бхьонамуна.